кудрявой головки огромная бесформенная голова. А глазки? Зеленые, тупо вытаращенные гляделки. А ротик? Растянулся до ушей. А ушки? А ушек-то нет. Я приказываю засыпать все мышиные норы. В каждом углу замка поставить по королевской мышеловке. И если хоть кто-нибудь увидит хоть одну мышиную голову, пусть запульнет в нее королевским башмаком. А что же делать с бедной малюткой? А вы должны вернуть принцессе прежний вид. А ну как же я это сделаю? А до тех пор не показывайтесь мне на глаза. И принцессу мне тоже не показывайте. Ну, ваше величество. Убирайтесь! Убирайтесь! Нет!
Милый грёстный, вот уже 16 лет я грызу орехи и никак не могу остановиться. Вы же знаете, что придворный свистачок уже давно узнал способ избавления вас от ужасного проклятия. Вам нужно съесть ядрышко одного единственного орешка. Так я их с утра до ночи ем, и ничего, ничего не помогает. Нет, это должен быть особенный орешек. Орех Крокотук. Так и найдите его. Этого ореха настолько твердая, что по нему может проехаться 48-фунтовая пушка и не раздавить его. Благодите, по нему 49-фунтовую пушку! Скорлупа этого ореха настолько твердая, что ее может разгрызть человек, никогда не брившийся и не носивший сапог. Сапог? Все носят сапоги! Не все. Никогда мне не стать такой заплекладной! А какие у вас были прекрасные кудряшки. Кудлятки. А какие зубки. Зубки. Ну, а какой нежный... Сохраните на память. Ну, а ротик был. Принцесса, все, давай.
ступай, не смущай принцессу. Ну как же, я же только начал. Давай, ступай. Нет, нет, принцесса, бери. Ну да ладно, до свидания. Сапог, но вот если бы у меня была борода. О, а у вас нет бороды? Нет. Ни бороды, ни усов, ни даже бакенбардов. Гладко выбритый. Я не брился, погодите. Никогда? Вообще никогда. Вообще никогда. Вообще никогда. Дядя, немедленно дайте молик. А, да нет, у него еще не выпали молочные зубы. А, так молочные, не жалко вырастут новые? Ну же, дайте же мне орех, почему не попробовать? А? Орех, ну же, дядя. Тогда слушай меня внимательно, сам. Ты должен. Дядя. Ты должен. Я должен, вот. Разгрызть этот орех. Этот орех? Хорошо. Зажмурившись. Дядя, зачем все? Ну ладно. Поднеси принцессу. Это я. Так, я понял. И отступить на силу. На силу? На силу. На силу. Шагов. А, шагов. При этом... Ты не должен споткнуться. Не споткнуться. Сможешь? Если вы просите, я все смогу. Yeah.